День защиты детей устроим праздник для самых маленьких. 1 июня в 15 часов приходите всей семьей в развлекательно-торговый центр «Пама». Ночной патруль на улице Нарвы вместе с полицейскими отправляется оператор сети ТВ. Реальные съемки, поиска и задержания преступников, рутинная работа полиции и ночная жизнь города, как она видится из окна патрульной машины. На этот раз патрулируем Ихи. Иногда сложно бывает сразу разобраться, кто потерпевший, а кто злоумышленник. Особенно если оба они не могут ничего толком объяснить. Ночью на улице нетрезвый мужчина скандалил с женщиной. Прибывшие на место полицейские не смогли наладить с мужчиной контакт. Он только издавал несвязные звуки и активно жестикулировал. Полицейские надели на него наручники и, преодолев сопротивление, усадили в машину и доставили в участок. Sa ei saa jutust aru, kui midagi teha seda. Istu! Valetaja! Istu, palun, politse autosse! Istu, palun, autosse! Istu! No, istu, palun! Ma olen pasavla! Уже в участке выяснилось, что мужчина глухонемой. После бани, изрядно выпив, он возвращался домой. И по дороге у него украли мобильный телефон. Украла, как он считал, та самая наркоманка, с которой он и пытался выяснить отношения на улице. Женщина все обвинения отрицала, утверждая, что до прибытия полиции в конфликте участвовала еще одна женщина. Она, скорее всего, и завладела телефоном. Когда выяснилось, кто здесь пострадавший, а кто подозреваемый, женщину допросили и отпустили, а глухонемого мужчину полицейские отвезли домой. Смотрите в следующей программе. Придя домой после работы, мужчина обнаружил в квартире странный сюрприз.